И снова здравствуйте, всем привет. Итак, есть, значит, у нас сцена в горах, дуэли, где-то поймали бандита, и надо это дело как-то дооформить. Как это сделать? Тут, значит, есть три способа. Первый способ – это, значит, дорисовать текстуры вот этому персонажу, просто на модели переделать текстуры вот этой всей одежды. Как это сделать? Значит так, первый способ, самый простой, ну, наверное, будет не очень, так сказать, самый лучший, но это смотря какие текстуры найти, можно в Substance покрасить, там будет, наверное, реалистичнее. Но так как я работаю полностью, значит, ZBrush, ну, иногда там в Blender там что-то подкрашиваю, в основном тут, то есть такой способ. Мы заходим в текстуры, находим, скачиваем какую-нибудь текстурку, значит, снега, желательно без фона, или фон, если есть, его можно удалить, это в прошлых роликах показывал. Выбираем какой-нибудь, значит, наш предмет, то бишь, наверное, шапку, и к этой шапке, значит, текстурку подключаем, и вот эту текстуру, видите, снега, надо просто нанести на нашу вот эту шапку. Z отключаем, Shift Z отключаем, делаем Ctrl D, добавляем полигонаж. Так, Z включаем нашу, значит, вот эту текстурку. Можно переключиться на покраску, убрать лепку, добавить интенсивности покраски. И у нас получится вот такой вот результат. Ну, сдалека это будет, в принципе, смотреться. Если мы выберем другого персонажа, там какие-то детали давайте поотключим. Так, шляпу можно оставить. Shift Z. Выберем, допустим, вот нашего персонажа. Так, что у него тут вот нарисовалось, видите? Ну, как бы так бы, да? Можно поставить посильнее и поставить текстуру, допустим, без фона. Это с фоном, значит, импорт. Импортируем текстурку без фона. Также ее подключаем. Вот здесь уже заднего фона нет, и можно красить вот, по барабану как. Да? Но у нас получается чуть вон, черные какие-то пятна как проявляются. Но это можно подобрать. Не суть вопроса. Видите, где-то по чуть-чуть там покрасить, порисовать. Где-то, допустим, вот если отдельно на модели все это дело красить, можно добавить по прошлым роликам, опять же, маскинг, найти mask B color, mask B intensive и выдавить вот эти все наши снежинки, допустим. Вот раз. Получится у нас, в принципе, неплохой такой вид. Да. Вот, вроде бы как снег, да? Снять маску или наоборот Ctrl-Z, Ctrl-I, выбрать покраску C и перекрасить это все дело. Значит, вот где нет снега, видите, маловато снега, его побольше нужно нарисовать. И тогда, если мы покрасим, так можно каким образом еще сделать Ctrl-Z, а ну-ка Ctrl-I. И если мы так тут покрасим и сделаем Ctrl-I, то у нас вообще мало его будет. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, делаем еще раз Ctrl-I и ставим интенсивность поменьше и чуть-чуть вот так вот это все дело. Ну, задний фон как бы даем ему, да, вот этот коричневый, здесь белый, само собой. Ну и так потихоньку все это дело перекрашиваем. Когда мы маску снимем, ну, видите, там уже коричневатый цвет, тут будет белый, и, в принципе, будет неплохо так выглядеть. Сдалека, но это вот, в принципе, неплохой будет вид. Человек припорошен снегом. Если у него еще черная, допустим, какая-то будет, какой-то плащ, там еще что-то, ну, можно это дело вот таким образом, значит, обыграть. Если он будет сдалека стоять, то будет видно, что человек в снегу. На сапоги также добавить где-то там чуть-чуть, не знаю, на перчатки возможно.
и будет все это дело прикольно. Итак, у нас, значит, есть персонаж, которого нужно подготовить для, значит, каких-то событий в снегах, где-то в горах. Как добавить ему снег? Это, значит, аддон Real Snow. Его можно скачать и потом установить в преференциях, значит, в аддоны Install и сохранить. Поставить галочку «Сохранить автоматически» или «Сейф преференции». Но это по прошлым роликам, надеюсь, вы это уже много раз сделали. Так, теперь есть у нас персонаж. Вот такой вот. У него есть шапка, есть одежда. Вот давайте выберем сначала шапку. Выберем вот такой внешний вид. И поставим, ну, посмотрите, как у вас там размер, значит, персонажа, сколько на сколько он. У меня вот работает на 70% и 0,12%. Я нажимаю, и вот у меня появляется все. На шапке снег. Тут уже текстуры хорошие. Все, снег реалистичен более-менее. Так, это мы можем удалить. Можем поставить поменьше. Опять же выбираем шапку. Опять же раз. Вот что у нас получилось. Так, нам понадобится вот эта вот часть какая-то снега. Мы заходим в Edit Mode. Нажимаем L. Английскую P Selection. И, значит, у нас уже есть снежинка, которая имеет, значит, текстуру снега. Так, где она тут? Вот она. Мы ее отведем назад куда-нибудь. Все, это зашибись. Shift A. Добавляем mesh, добавляем план. Делаем ему S. Ну, много не надо делать. Главное, чтобы перед камерой все это дело, снег падал. Не надо прям на все окружение добавлять падение снега. Ну, это сэкономит ресурс, и, в принципе, он и так будет красиво выглядеть. Теперь заходим в Edit Mode. Правая кнопка мыши Subdivide. Добавляем. Так, Screencast Case. Забываю все его включать. Туда его в качель. И, значит, внизу у нас есть боковая панелька. Мы здесь ставим подразделение. Потом щелчок, английская А, правая кнопка мыши Subdivide и побольше подразделений. Чем больше поставите, то лучше будет, да? Можно делать не квадрат, можно делать полоску снега. Что будет лучше, допустим, как сказать, и поставить этот снег чисто перед камерой. Не надо, чтобы он там где-то падал. Сейчас мы это дело рассмотрим. Так, заходим в Object Mode, выбираем наш план, поднимаем его повыше. Допустим, вот такая штукенция, да? Можно еще повыше поднять. Заходим в Particle System. Систему частиц ему добавляем. Заходим в Render. Hala переключаем на Object. И в объекте, где у нас тут находится вот этот вот, видите, вот мы его отвели в бок куда-то, пусть он где-то тут висит, значит, у нас нужно здесь выбрать вот именно его. Нажимаем пипеткой на него, вот Snowball, то бишь снежок, да, включаем, что у нас получается. Так, вот у нас, чего тут у нас? Не работает, да? Добавляем field, гравитацию уменьшаем, поменьше ставим где-то, ну пусть 100 будет. Так, смотрим, что тут теперь произойдет. Так, частицы живут мало, добавляем, значит, жизнь частиц где-то 5000 и добавим 2000, значит, наши частицы, чтобы количество было. Так, на первый кадр смотрим. Сейчас они что-то этакое, они не хотят сыпаться. Пардоньте. Так, это что такое получается? Почему ты капризничаешь? Object Snowball. Угу. Так, 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 так. Object, все установлено. Так, давайте Scale поставим побольше и скайл чуть-чуть поменьше, допустим, да?
Так, теперь выберем нашу снежинку, чтобы хотя бы видеть, что с ними происходит. Увеличим. Еще ее больше поставим. Еще, значит, ее больше поставим. Уведем куда-нибудь в бок. Так, и вот у нас сыпется снег. Перед камерой это будет выглядеть вот таким вот образом. Даже можно еще S поставить их чуть побольше. Ну, за исключением, смотря какие хлопья вам нужны, да, там вот уменьшить саму эту частицу. Что еще у нас, значит, можно сделать? Выбрать, опять же, партиклы. Поставить с нулевого кадра по 500-й. Ну, чтобы дольше они тут как бы жили, да? Так, все, здесь тоже ставим 500 в таймлайне. Так, ставим на первый кадр, и вы видите, что частицы начинают чуть с запозданием падать, видите, да? Что-то они это конючат, аж с 60-го начинают падать. Так, можно поставить ротацию еще им. Так, рандомность поменьше. Вот размер тут можно тоже прибавлять. Так, рандомность пусть до половины. И почему-то они... Так, с первого, а ну-ка, если с первого кадра, ну, все равно, видите, начинают с запозданием почему-то. Задержка большая, наверное, а ну-ка, 5000 поставим на... А, подождите, скорость раз маленькая, да, значит, гравитацию чуть побольше поставим. И все равно начинает с 60-го. Даже не начинает уже. А ну-ка, что тут у нас? 3. Ставим 2000. Вот они там что-то пляшут. И видите, поздновато что-то они тут начинают. И получается, анимация где-то с какого тут кадра начинается? Что-то тут... Со скоростью, да? Да. Ну, скорость тоже большая не нужна. Давайте замедлим тоже. 450. Так, что у нас тут? Размер, видите? Ставим поменьше. А тогда количество частиц поставим, ну, где-то 5000. Ну вот, вот это у нас получается снег. Так, здесь light time задержка 2000. Тен-тен-тен-тен-тен. Это вот, в принципе, нам не понадобится. Ротацию можно тоже тут поиграться, чуть добавить, перевороты ей сделать. Но это уже нужно экспериментировать и смотреть на камеру. Так, вот на камеру это выглядит вот таким вот образом. Вот, снега маловато. Нужно добавить, значит, что ей? Вот размер, в принципе, размер сильный не надо делать. Убрать рандомность. Ну, в принципе, если только еще подразделить. Но я думаю, снега достаточно. Если его поставить перед камерой, а не на нашем персонаже, то будет все это дело нормально смотреться. 0 на нампаде, Shift F. Так, вот наш персонаж, допустим, там окружение. Нажимаем пробел, ждем, когда посыпется снег. Ну, в принципе, что? В принципе, хорошо. Но теперь нужно выбрать нашу вот эту снежинку основную.
Так, снежинку основную выбираем, заходим в шейдинги, и значит, что у нас тут получается? Здесь уже, видите, все настроено. Вот такая у нее настройка тут текстуры. Так что это все на рендере будет нормально выглядеть. Можно здесь еще немножко полазить, значит, параметры чуть поприбавлять, поуменьшать, поэкспериментировать. Но это уже... Значит, вы попробуете. Можно что сделать? Можно вот это все удалить, всю текстуру. И видите, что у нас получается черный снег. И добавить add эмиссия. Так, у меня на русском стоит. Эмиссия. Подставить эмиссию, и снег будет просто светиться. Вот видите, да? Если потом настроить, значит, источник света, то получится вот белый снег у нас. Смотрим, как он падает. В ночное время вот так будет падать. И если свет настроить, то его будет, в принципе, видно. Так, квадрат нам, в принципе, может не понадобиться. Мы его можем сделать узкой полоской, но с большим количеством полигонов. И тогда у нас получится 0 на нампаде. Вот такая полоса, более поплотнее. Я думаю, вот этот вариант лучше. И поставить его лучше каким образом? Если мы его сейчас S уменьшим, смотрите, как можно делать. Так, это сейчас я переключусь вот в такой вид. Так, найдем камеру, подключим вид камеры. И вот этот снег G. Подставим, значит, к нашей камере, ну, где-то вот тут, да? Вот так можно. И привяжем к ней Ctrl-P, Object. А ну-ка, смоем. Если мы сейчас будем двигать камеру, видите, снег будет двигаться за ней. Это еще будет прикольней. Допустим, вот раз. И вот мы можем снимать Shift-F. Я могу вот двигать куда-нибудь. И поставить ей еще слежение. Вот я убегаю, она вроде убегает от меня снег, да? Так, а ну-ка, потому что она двигается иначе. И нужно, значит, что? Угу. Выбрать вот этот вот снег, зайти в этот модификатор и назначить. Не, в констрейны. В констрейны заходим. Track to. Ставим камера, так, Y, Z, Workspace, Local Space. Так, а ну-ка, если мы сейчас будем вводить R камерой, вы видите, что все, вот теперь снег следит за нашей камерой. Но нам нужно Y. Так, это Z, Y, Z, Z, а ну-ка, если сейчас мы Z, Z поставим, а ну-ка, пробел, R, все, видите, теперь она за нами следит полностью, ну, чуть-чуть с запозданием, конечно. Но если сильно не водить, ну, вот, допустим, R, да, вот, раз мы там кружимся, видите, она чуть-чуть запаздывает. Так, это не есть хорошо, вот так вот, это не есть good. Значит, пробуем еще, если мы сейчас отключим ее вот это слежение, а подключим, так, а подключим просто, значит, Ctrl-P, Object Transform, тогда пробел нажимаем, жмем R. Вот здесь вот вроде бы так незаметно, да? Вот если сильно не вертеть, а ну-ка 0. И делаем, допустим, Shift-F. И вот я решил погулять. И вот я иду, и снег вот он, раз в лицо там, да? Ну чуть-чуть видите, что снег бывает запаздывает. Но это дело тоже возможно как-то обыграть. Или прописывать уже вот эту вот... Значит, движение нашего снега под камеру. Но это тоже может быть
появятся какие-то, вот, допустим, смотрите, если я пробел нажимаю, начинаю двигать, видите, тут задержка, она останавливается. Вот. Тоже не есть гуд. Тогда как-то подстраиваться под этот снег, значит, делать, ну, если облет нужно будет сделать, ну, тогда на какой-то площади, да, можно это дело все, конечно, вот так растянуть, сделать, допустим, S. Вот так вот. 0 на нампаде, допустим, пробел, Shift F, камера. И вот тогда мы можем, вот, да, на большой площади мы можем вот полетать. У нас появляется снег, у нас что-то, какая-то картинка вырисовывается. Так, что еще можно сделать, да? Ну, к этому делу, вот это вот все можно поднять еще повыше. Пусть оно будет повыше, потому что если будет настройка света, то тогда это дело будет мешаться. Она будет отбрасывать тень. Так, у нас есть, значит, снег. Вот он. Мы его delete удалим. Так, поставим на какой тут кадр? На 7. Так, выбираем нашу шапку, N, панель, выбираем наш аддон. Так, поменьше еще поставим. Так, Decision. Так, что у нас тут с этой штукой? Так, снега, видите, как бы маловато. Это не есть good. Значит, здесь, если мы прибавим, выберем нашу шапку, значит, Decision. 57 уже у меня не работает, да? Значит, поставим поменьше. 14. Ну, снега мало. Тогда нужно прибавлять вот этот размер. Вот столько снега. И здесь его можно потом пролепить. Ну, ничего, что его так много получается, да? Можно зайти в Sculpt Mode. Выбрать, допустим, тянучку. Вот, а или эластик. Эластично, чтоб. Ну и сделать F английскую, N панель сейчас закрою. Ну и где-то там, раз там, придать свой внешний вид. Вот. Там, чтобы он за шапку не выходил, где-то шифтом сгладить, где-то уменьшить. Видите, что с ним можно договориться. Мысли с ним можно поработать. Вот. Раз снег, допустим, там на шапке, где-то его сюда побольше перетянуть. Здесь где-то его, чтобы он там куда-то уходил, да, там здесь поменьше, там побольше, здесь где-то потаял, допустим, шифтом, там где-то его наоборот больше. Ну, словом, вот у нас есть снег. Теперь нужно этот снег привязать, допустим, к нашей анимации. Мы его можем привязать к шляпе, выбрать снег, выбрать, видите, вот, ну как, снег у нас отдельный меш. Мы можем через Shift выбрать шапку, сделать Ctrl-P, сделать, допустим, Object Keep Transform, и он не держится. Понятно. Значит, мы пойдем другим путем. Мы выберем снег, выберем Rig, зайдем в Post Mode, выберем кость головы, сделаем Ctrl-P и сделаем Bone. Object Mode. И вот увидите, что снег привязался к шляпе. Точно так же делаем снега на плечи. Вот сюда. Возможно даже взять, сдублировать вот этот снег и его сюда как бы прилепить. Если уже не генерировать, да? Или добавим N. Здесь вот что-то этакое. Ну, так как у меня, вы видите, что тело объединено с одеждой, то это дело нужно подчистить. Заходим в Edit Mode, выбираем вот они, ненужные нам LL снежки вот эти. А где-то тут, может, еще где-то, ну, приблизительно, да? И Delete Vertex. Вот, у нас остается снег вот на плечах. С этим снегом, опять же, можно поработать, зайти куда там, в Sculpt Mode, где-то чего-то, где-то как бы его
чуть-чуть уменьшить. Ну вот, прикольно будет, да? Снег на плечах. Уж количество, это вы сами смотрите, насколько он должен прилипнуть, насколько он должен быть толстый. Ну, я считаю, что если мульчин, то пусть прям таки будет, ну как, ну, потолще, да, там, вот так где-то. И, значит, заходим, опять же, выбираем снег, только теперь снег, вот этот снег, мы вяжем, какой косточки? Мы вяжем его in front, ну, косточки давайте вот позвоночника, Ctrl-P, бум. И вот у нас уже, значит, присутствуют, конечно, ненужные капли, которые можно потом удалить. Так, здесь у нас на голове тоже был снег. Я его не заметил. Значит, мы зайдем в Edit Mode и просто этот снег, L английская, Delete, вертексы удалим. Ну и вот эти вот маленькие какие-то штуки, ну, на груди пускай, ее можно растянуть, ну, как бы за пазуху, да, нападал снег, нормально будет. А вот такие вот снежинки нужно удалять. Так, и это у нас есть. Значит, у нас теперь присутствует персонаж, на котором навален снег. И у нас вот еще, видите, на ногах, кстати, снег. Вот он. А ну-ка. Его нужно отделить и присобачить только к ногам. Давайте зайдем в Edit Mode. Опять же, можно поставить рентген. И у меня все вылетает. Итак, у меня, значит, вылетела программа. Почаще сохраняйтесь. Ну, в принципе, вот так это все дело работает. Прилепляйте снег к обуви. Он низкополигонален. Это у меня просто, наверное, откуда-то пошел сбой. Нужно немножко, наверное, ноут после всех вот этих экспериментов сделать восстановление. Немножко он стал у меня тут что-то подгонять. И, кстати, я устанавливал, из-за чего подгон пошел. Я опять устанавливал, значит, Unreal. Но вот опять он мне не зашел. Вот такой эксперимент со снегом. Добавляете еще окружение сюда, можете линковать этого персонажа прям со снегом уже, значит, в сцену. Это будет лучший вариант, чем сцену кидать сюда. Ссылка, как линковать, значит, кину в описании на ролике. Или посмотрите, там их очень много. Все, всем пока.